Я думаю, многие из вас, а может быть даже и никто, видел хоть раз этот мем. Лариса? Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. И сегодня я, Пипа-Пупа, расскажу вам, откуда он, блин, взялся, такой мем. С моим участием, блин, ребята, наконец-то моя мечта сбылась, я стал мемом. Насколько популярным судить только вам, но я уже доволен. Короче, погнали к истории. Я думаю, вы знаете, что год назад у меня вышло видео, где я играю в игру в Робобоксе под названием Чиз. Оно стало достаточно популярным, хочу я вам сказать. 4,6 миллионов просмотров. По-моему, это очень много. Правда, я потом выпустил, конечно же, и вторую часть, и третью часть. Советую тоже посмотреть эти видео. Но именно в первой части был тот самый эпизод с Ларисой. У мужа нет прав. Кстати, небольшая предыстория. Кто такая Лариса? Многие говорят, что это крыса. Но все знают, кто смотрел это видео, что это моя бывшая, блин. Которая стала крысой или всегда ней была. Привет, Бобсик. Моя бывшая! Лариса, что ты здесь забыла? Ё-моё, как ты сюда попала? Красотка ты писаная. У мужла нет прав. Нет, не говори так, чиз. Именно поэтому, может, она стала бывшей, я не знаю, ребят. Так вот, играла, значит, записывала это видео, веселился. А в конце вот это. Иду такой, вроде прохожу игру, вроде уже прошел, вроде вон выход, вроде уже все. Черный свет в конце белого туннеля. Как вдруг Лариса? Ну я и говорю ей. Лариса? Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. Мужлан не прав. Ну окей. С этим мы разобрались, да? Yes. Захожу я под это видео, значит, читаю комментарии. И что я вижу? А тут, значит, следующий комментарий, очень популярный, который набрал, собственно говоря, 438 лайков. И там парень пишет: а кто пришел сюда из-за шорца? И я не понял, что за шортс? Я вроде делал нарезки, но они вроде как-то и не сильно-то и залетели. Ну, как-то раз Мика Дзен скидывает мне следующее видео. Да, мы, кстати, с ним общаемся. Скидывает мне Мика Дзен, значит, следующее видео, которое называется «Давайте это будет мемом». Как говорится, с мечтами нужно быть поаккуратнее, потому что а вдруг они осуществлятся. Опубликовал это видео Санчик. И это видео, на секундочку, набрало 1,7 миллионов просмотров, что тоже очень много. И давайте же его посмотрим. Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. Плов, когда мама заметила тебя на кухне в 3 часа ночи. 1000 лайков. Бам, сюда. Он не Ларису испугался, а от звука мистера исключительного обосрался. 1000 лайков, сюда. Эх, жалко Ирину потерял, но нашел Ларису, хихи. 155 лайков, блин, ребята. Мы с Ларисой расстались. Еще потом, ребята. А, собственно говоря, как-то раз я решил написать: Лариса, что ты здесь делаешь? И понеслось. Лариса в Чикингане. Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. Они убитые. Просто в хламину, блин. Потом другие игроки начали снимать такие же сценки с Ларисой. Здесь, правда, Лариса застряла в стене. Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? А тут люди вообще умоляют уже, говорят, ну пожалуйста, ну гол-то будет мем. Бро, мне кажется, если видео набирает 600 лайков, где написано гол-то будет мем, это уже мем. Лариса, что ты здесь делаешь? О, а это я. Лариса, что ты здесь делаешь? Анимация, поехали. Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра?
Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. Они убитые. У меня такие же глаза, когда я сижу и смотрю мультики до 5 утра. Ставь лайк, если у тебя тоже. Опа, Лариса в стиле аниме. Поехали. Лариса? Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. Ой-ой. Ну тут вообще легко догадаться. Мне кажется, это немножко другая Лариса. Лариса? Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Ничего нормального, она стала попугаем, блин. А как все знают, попугаи любят пугать. Okay. Подождите, не говорите мне, что Хагиваги тоже сняли этот тренд. Лариса? Подожди, а кто из них Лариса? Они оба обдолбанные. Явно смотрели мультик до 5 утра. Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Или играла в Хагиваги? Что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Явно не все нормально. Это, блин, сиреноголовый из пластилина. Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Как я это понял? Я это понял по твоим глазам. Ну, у сиреноголового вроде нет глаз. Лариса? Будьте бозички. Лариса, что ты здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? О боже, оставь собаку, она хочет спадки. Она смотрела мультики до 5 утра, ей теперь нужно сильно выспаться, блин. Мучи собаку. Подождите, здесь и помню, даже снялась в этом тренде, бля. И Крипер бы снялся в этом тренде. И настоящая Лариса, подожди, что? Лариса? Лариса, что ты здесь делаешь? Подожди, здесь еще какой-то интерактив. Три разбросанных буквы. Я нашел S, Я и А. Лариса. И Лариса по центру. С тобой все нормально? С Ларисой тут все прекрасно. Здесь делаешь? Лариса, с тобой все нормально? Лариса, ты опять смотрела мультики до 5 утра? Блин, завидую всем, у кого есть мерч от Поппи Плейтами. О, подождите, Лариса в Майнкрафте? Лариса? Лариса, что ты здесь делаешь? То же самое, что и другие Ларисы. Смотрит мультик до 5 утра. Лариса? Ой, это меня пробило немножко даже. Лариса? Это я репостну себе в группу, ребята. Это слишком хорошо. Ребята, вот такой вот мем с моим участием. Спасибо вам, что, ну, расфорсили его. Потому что если бы не вы, если бы не вот эти сотни ваших видосов про Лариса, что ты здесь делаешь, вы прикиньте, 5300 коротких видео вы сняли под этот звук. Ребят, спасибо вам большое. Это просто офигеть как круто. Да и в целом, спасибо вам за такие просмотры и столько лайков и все такое. Блин, если бы не вы, то у меня бы всего этого не было, поэтому безгранично вам благодарен. Всех обнял. Всем, Лариса, что ты здесь делаешь? Ставишь лайк этому видосу? Бананас!